шорт-лист номинации «Блогеры». Эта премия вручается за литературные блоги и имеет с собой денежное содержание 200 тысяч рублей. Петр Алешкин, Москва. Авторский блог «Дневник писателя». Марина Битокова, Нальчик. Блог в Телеграм «Вечерний ветер». Игорь Витюк, Пушкин. Блог ВК и Телеграм «Z-поэзия». Юлия Комарова, Севастополь. Блог в Дзен «Библия Юлия». Ирина Кормильцева, Санкт-Петербург. Блог «Книжная аптека». Степан Ратников, Ленинградская область. Авторский именной сайт. Александр Рязанцев, Москва, блог «Заметки на манжетах». Юрий Татаренко, Новосибирск, авторский блог ВК. Полина Шаталова, электронный журнал «Литобос Пресс». Евгения Шепелева, Пенза, блог ВК «Литература и немного истории». Андрей Щербак-Жуков, блог «Телеграм». Андрей Щербак-Жуков рассказывает и показывает. Следующая номинация – это номинация «Перевод», в котором премия вручается писателям, пишущим на национальных языках, и эта премия делится между писателем и переводчиком. Здесь...